Более хипстерскую вещь сложно себе представить. Очки сделаны из виниловой пластинки. На этом, кстати, связь этих очков и музыки не заканчивается. Модели носят имена известных музыкантов. Леннон, Джексон, Майлз Дэвис. Мы изучаем музыканта, прежде чем дать его имя той или иной модели. Какой у него был стиль, какой он был по жизни. Если бы сам, например, Джимми Хендрикс сделал очки, какую бы форму он выбрал? Или еще мы думаем, а носил бы сам Джимми Хендрикс или, скажем, Джим Моррисон такие очки? Зак Типтон делает очки из винила с 2000 года. Вообще-то родился он в США, но в 2004 году переехал на родину матери в Венгрию и выпускает свои модели там. Каждая из них, к слову, делается вручную. Как вообще пришла в голову идея сделать очки из пластинок? Я хотел сделать оправу не из металла, а из какого-нибудь другого материала. Я сидел, думал, и вдруг взгляд упал на коллекцию пластинок моего папы. Меня прямо осенило. А почему бы не попробовать? Так эта идея и родилась. Сегодня очки Зака Типтона носят даже мировые знаменитости. Среди них Элтон Джон, Майкл Мэдсен, Квентин Тарантино. Однако есть и те, кто не в восторге уже от самой идеи очков из винила. Мне все это не по нраву. Я люблю пластинки и считаю, что их нужно слушать или в крайнем случае вешать на стенку. Делать из них очки, на мой взгляд, ненормально. Как выяснилось, Зак Типтон и сам коллекционирует пластинки, а очки он делает только из старого залежалого товара, который уже много лет никто не покупает. Я всегда беру пластинки лейблов, которые разорились и прекратили свое существование. Им уже не могут вернуть нераспроданный товар с целью утилизации, поэтому они часто лежат на складах десятилетиями. К тому же нужно понимать, что не все сделанное человеком обязательно гениально. Как есть плохие никуда не годные книги, так же есть и плохие с музыкальной точки зрения пластинки. Получается, что если ты в этой жизни никому не нужная пластинка, то в новой ты можешь оказаться модными и стильными очками на носу какого-нибудь Квентина Тарантино. Ну а что, хоть мир посмотришь, все лучше, чем на складе лежать. Молодец, Зак Типтон, у каждой плохой пластинки должен быть шанс стать хорошими очками.